Жители села Успенская теперь могут дышать полной грудью. Неприятные запахи их больше не побеспокоят. В районе завершили строительство напорного коллектора и реконструкцию канализационно-насосной станции. Конечно, для нас это очень важное событие. Мы всегда поднимаем вопросы экологии, но вот настоящий пример, когда это реализуется в жизни. Для нашего поселка соседство с полями фильтрации, которые перерабатывали стоки поселка, они находятся всего на расстоянии 300 метров. Конечно, это и запахи, и другие, скажем так, аспекты некомфортного проживания, но теперь это уже в прошлом. В рамках строительства было проложено 4800 метров напорной канализации. КНС будет принимать все стоки села Успенская по данному коллектору и перегонять их на новые очистные сооружения поселка Горки-10, реконструкция которых была проведена в 2021 году. Было выполнено строительство напорного канализационного коллектора от КНС в село Успенское до ввода в очистные сооружения поселка Горки-10, общей протяженностью 4500 метров. На данном участке было построено 10 камер переключения. Также нашей компании была произведена реконструкция КНС в самом селе Успенское. Перечень выполненных работ включил в себя капитальный ремонт здания КНС с установкой вентиляции и технологического оборудования, восстановление гидроизоляции в мокрой зоне, установку шкафов управления и вытяжной вентиляции, а также замену всех металлических площадок обслуживания. Объект мы этот реконструировали 3 года. Он находился на балансе Днесовской теплосети, и, к сожалению, мощность была недостаточная. 800 кубов в сутки перерабатывал данный объект. Сейчас проектная мощность около 2000 кубов в сутки. Стоки будут направлены на горки 10, на иловые карты с этого объекта. Это позволит увеличить качество услуг и мощность данного объекта. Новая Успенская канализационно-насосная станция оснащена несколькими системами защиты и соответствует самым строгим экологическим требованиям. Полина Толмачева, телеканал Одинцова.